The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode.
Всех приветствую! Сегодня на вебинаре 17 мая. Сегодня у нас тема «Сценарное внедрение Bittrex24 и автоматизация рекламных роботов». Сейчас мы пока всех вас ждем, собирайтесь. И, как всегда, мини-опросик. Во-первых, как нас слышно? Пожалуйста, поставьте ваши плюсики, что вы нас слышите, что все хорошо. Запись вебинара будет, я сразу предупреждаю. То есть мне нужны от вас плюсики, потому что мы поменяли студию, скажем так. Мы постоянно собираем от вас отзывы, и мы хотим понимать, что наши изменения и улучшения по качеству, да, все-таки как-то отображаются, и действительно в этот раз нас лучше слышно. Плюсики. Жду от вас плюсики. Что нас хорошо слышно. Отлично, вижу, отлично. Сразу, пока проверяем слышимость, да, меня интересует география. То есть напишите, кто из каких городов нас слушает. Вот, например, мы сегодня ведем вебинар из Москвы. То есть в студии у нас гость Антон Гресс. Я его представлю чуточку позже. Пишите, кто из какого города подключается к нашему вебинару. У нас сегодня будет в формате радио. Да, у нас сегодня в формате. Да, мы сегодня, кстати, без видео. Вот, вижу, Воронеж, Москва. Отлично, Саратов, Питер, Санкт-Петербург, ура! Волгоград, Москва, Екатеринбург. Давайте больше. Обычно нас слушает и Беларусь, и Казахстан. Интересно, вы сегодня будете на связи? Казань. Беларусь есть, отлично. Ставрополь, Нижний Новгород, Минск. Отлично, Дмитрий. Баку, все, Азербайджан появился. Мы именно вас и ждали. Владивосток, надо же. У нас Владивосток слушает, у них 10 вечера. Кстати, Антон тоже из ближайшего, да, то есть откуда из ты? Благовещенск. Из Благовещенска. Чуть дальше. Вечера. Санто-Доминго? Кто-то просто. Калининград. Юра, мы рады тебя видеть и слышать. Так. Попробуйте, Мария, попробуйте переподключиться. А что у вас не работает? Судя по тому, что вы мне пишете, вы нас слышите хотя бы? Казань. Да, на слайде, кстати, вот написано, да, если у вас нет звука, попробуйте переподключиться заново. Может, это сразу... Казахстан появится. Появился, отлично. И следующий мой вопрос. Нас интересует, а кто нас слушает? Вот. Преимущественно. Если вы собственник бизнеса, поставьте, пожалуйста, единичку. Если вы руководитель отдела продаж, в общем, руководитель, то поставьте двойку. Если какая-то другая должность, например, HR или там бухгалтер, экономист, финансист, неважно, поставьте троечку. Можете написать, кстати, свою должность. Это тоже имеет огромное значение. Будем знать, кто нас слушает, для кого мы делаем вебинары. Ну да, как лучше рассказывать. Отлично. Вижу ваши единички, двоечки. Преимущественно, кстати, единичек. А единички это что? Это собственники бизнеса. Двоечки. Это, кстати, очень хорошо. Я знаю случаи, когда часто поручают руководителей, собственники бизнеса, поручают своим сотрудникам смотреть вебинары, а тут сами, да, слушают. А у нас тема интересная, как настроить рекламных роботов, как это применимо в той или иной нише, как это вообще работает. Поэтому, я думаю, вон замдиректора. Прекрасно, Дмитрий. Ну... В любом случае, вы ставьте ваши оценки, города, и мы, наверное, потихонечку начинаем. То есть меня зовут Майя, я сотрудник компании 1С Bittrex, больше 13 лет в коммерции, занимаюсь различными проектами, руковожу.
Хочу вам представить гостя специального, нашего ведущего партнера Антон. Антон, расскажи о себе. Всем добрый день и вечер, Владивостоку. Меня зовут Грес Антон, я директор студии GTEC Pro. Собственно, написана там небольшая история, мне 31 год. Мы 9 лет занимаемся Bittrex24. Ну, несмотря на то, что Bittrex24 всего 6 лет, мы им занимаемся 9, потому что мы им занимаемся с того времени, когда он был коробочным. Вот, собственно, сегодня хотел бы рассказать вам о том, как мы внедряем Bittrex24, то есть какой у нас подход к внедрению. Это первый блок доклада. И второй – это как раз автоматизация рекламных роботов, ну и в целом по работе с роботами. Ну и более подробно, естественно, по рекламе, по Фейсбуку, по ВКонтакте, по аудиториям, по сегментам. Вот это вот все, что необходимо, я расскажу. Как настроить и покажу, самое главное. Да, мы поставим потом эксперименты. Мы даже попробуем потестировать, да, чтобы у нас Майя быстренько перешла в нашу аудиторию и по ней реклама да, запустилась. Да, я так понимаю, у меня теперь постоянно будет ваша реклама, да, светиться. Но это ладно, это позже, это дальше, это не обидно. Я купил лучше сразу, чтобы мы тебя уже не мучили. Давай. Так, окей, давайте тогда к первому блоку. Ну, я назвал это сценарное внедрение Bittrex24. Наверняка все, особенно у кого есть Bittrex24, знаете, что существуют пакеты внедрений, которые предлагает сам Bittrex для партнеров для внедрения. И часто партнеры тоже разрабатывают свои пакеты. Но, как правило, речь идет о том, что пакет внедрения – это некий набор стандартных настроек, стандартных действий, которые рассчитывают использовать при внедрении для любой сферы бизнеса. Но, естественно, в каждой сфере бизнеса есть свои нюансы, и мы решили, что нужно подходить к этому немножко с другой стороны. Возьмем на примере одного из наших клиентов, это клиника, я не буду говорить название, да, но это клиника стоматологии. Так, почему у меня выключилось? А, пардон. Да. Это клиника стоматологии. И, как правило, у всех клиник, да, особенно когда это более узкая ниша, в частности вот стоматология, у них примерно одни и те же бизнес-процессы. Они примерно одинаково работают с клиентами. Плюс-минус там есть какие-то свои нюансы, новшества, да, там, технологии. Но, как правило, все происходит примерно одинаково, и клиенты приходят примерно за одними и теми же услугами. Поэтому в каждой из компаний одной и той же ниши работают одни и те же сценарии. Поэтому мы для себя при внедрении составляем некие сценарии внедрения, которые можно использовать потом и при внедрении Bittrex24 в других компаниях. Ну и сейчас я вот хочу на примере, собственно, клиники, да, рассказать, что мы делали и как мы внедряли. Ну, на самом деле, это я уже сказал. Единственное, что я не сказал, в чем преимущество сценарного внедрения, когда вы уже внедряете, грубо говоря, готовый пакет под конкретный бизнес, вы практически не тратите никакого лишнего времени, лишних денег на детальную проработку технического задания. Но тут надо понимать, что речь не идет про какие-то большие интерпрайзы, да, когда большая компания, там, естественно, все делается индивидуально, там, пишется техзадание, там есть внутренняя IT-инфраструктура, в которую это все нужно внедрять. Речь идет скорее про такие стандартные компании. 10 клиник, они примерно одинаковые. У них немножко разные клиенты, немножко разные сотрудники, но у них примерно все похоже. Значит, что в нашем случае было? Ну, во-первых, у клиента было очень много непонятных лидов. То есть у них было тысячи лидов в некой сторонней программе, которые когда-то к ним приходили, где-то они записывались, куда-то на мероприятие, на которое приходили, на какое-нибудь обследование тестовое и так далее. В общем, у них есть очень много лидов, на самом деле, и очень мало абонементов. Это люди, которых они действительно знают, которые к ним ходят постоянно. И с этим надо было что-то делать. Нужно было эти лиды, тысячи лидов, превратить в абонементы. Ну или хотя бы в клиентов, которые придут, обследуются, мы о них узнаем,
мы их как-то склассифицируем и потом сможем им одним что-то одно продавать, другим что-то другое. Поэтому первым делом, ладно, давайте я сначала по вопросу. Дальше, то есть мы не было возможности рассказать текущим клиентам, которые когда-то к нам приходили, о том, что почему мы хорошие, да, почему у нас, какие у нас технологии используются, почему нужно в нашу клинику ходить. Вот. Соответственно, ну, это все нужно было как-то решать. Что сделали первым делом? Это, естественно, выгрузили из сторонней программы все лиды. Как правило, проблем не составляют, выгружаются в стандартных форматах. Далее, все лиды мы загрузили в CRM Bittrex 24 и начали постепенно делегировать пачками менеджерам. Соответственно, менеджеры, просматривая лиды, они либо этого человека знали, это вот, например, абонемент, или он не абонемент, но они просто его знают, что он иногда приходит, что-то ему нужно. Они его классифицировали, они помечали текущий клиент, там, либо он, там, может быть, при звонке отказался, всякое бывает, да, или еще что, он ходит в другую клинику, он сказал, что да, я вот хожу, все нормально. Его не нужно говорить, что, ага, блин, ходит, ладно, все, не получится ничего продать. Нет, его надо пометить, что он ходит к конкурентам, потому что это будет отдельный сегмент, на который будет определенная реклама крутиться. То есть на этот сегмент, скорее всего, будет крутиться реклама о том, что посмотрите, какие у нас крутые технологии, посмотрите, что мы умеем. И не надо говорить, что ваша текущая клиника это не умеет. Человек сам сделает вывод. Да, он просто увидит, скажет, слушайте, а у них это есть. Придет в следующий раз в клинику, скажет, а у вас есть такое? Нет. Так, надо сходить в ту клинику. Да. Да? Ну, то есть такой вариант. Поэтому первым делом это было, естественно, обзвон и классификация клиентов, распределение их по сегментам. Соответственно, на кого-то нужно, какие-то клиенты нужно было вернуть, каких-то удержать, каких-то заинтересовать, прийти на пробное тестирование. У них как раз в этот момент шла акция, там очень клевая, крутая, там, ну, не операция, а это было именно обследование зубов. И там с помощью... Что у вас можно удалить? Нет, на самом деле там какая-то, короче, ручка с рентгеном, которая показывает состав кальциевого покрытия зуба и говорит, на нужно его лечить или его нужно что-то с ним сделать, удалить, там в процентах, все там очень круто на самом деле. И вот у них как раз была такая акция, это все было бесплатно, и, соответственно, на определенную аудиторию, на определенный сегмент была запущена подобная реклама. Ну, дальше что еще нужно было сделать? Мы подключили новый телефон облачный, плюс сделали перенаправление. Тут есть варианты, можно сделать перенаправление, если сейчас я говорю не про конкретную клинику, а вообще в целом про сценарий, если у клиники уже есть номер. Здесь либо он облачный, либо он не облачный. Тут либо есть вариант интеграции с Bittrex, либо нет. Но на самом деле был вебинар про телефонию, я не буду углубляться. Просто скажу, что подключается телефон, обязательно завязывается с CRM-кой. Потому что вы должны весь входящий трафик видеть, чтобы открывалась карточка клиента, можно было видеть по нему всю информацию. Дальше. По разным услугам были запущены лендинги. То есть, ну, точнее, не были запущены, это в планах стоит, запустить лендинги по определенным направлениям. Естественно, по ним реклама по аудиториям. Аудитории выгружаются из CRM-ки, и это мы посмотрим чуть позже, когда будем роботов смотреть. Дальше, как записываться на прием? Здесь, на самом деле, вопрос такой, это все можно сделать с Bittrex 24. Опять же, был вебинар про запись на прием к врачу в Bittrex 24. Я просто скажу, что это для этого используются календари. Все это можно сделать, интегрировать с сайтом, какую-то на сайте форму для записи интегрировать с календарями, либо менеджеры сами ведут календари. То есть, грубо говоря, у каждого врача свой календарь, и все, и по нему расписание. Вот. Ну, в нашем случае, правда, клиент пока работает с текущей программой. Здесь, опять же, есть вариант. Если программа позволяет, имеет какую-то API, можно интегрировать, чтобы все это было и в Bittrex 24. Ну и что мы еще сделали, это объединили пациентов в семьи. Тут опять же свой нюанс, почему вот я говорю про сценарное внедрение, а не про пакетное. Ни в одном пакете не написано, что клиентов можно объединить в семьи и зачем это делать. Сами понимаете, что папа ходит в клинику, он скорее всего в
хорошую клинику, которая ему нравится, он, скорее всего, и маму туда приведет, и детей своих туда приведет. Мы же не можем просматривать отдельно конкретного человека. То есть мы можем по нему смотреть какую-то статистику, но, например, мы хотим запустить мероприятие какое-то, да, праздник, день рождения клиники, пригласить туда людей. Мы же не будем приглашать только папу. Мы, скорее всего, посмотрим самых, ну, там, лучших клиентов. Для этого нам нужно посмотреть семьи. Мы не будем же приглашать пол семьи, потому что папа и мама чаще ходят, а дети не ходят в клинику. Мы, скорее всего, будем просматривать отчет по компании. Ну, в CRM-ке эта компания называется. Удалось всю семью затащить или нет? Да, переназвать нельзя, к сожалению, пока я, кстати, спрашивал про это. То есть мы используем для вот этого объединения просто сущность компании. По сути, контакты объединяем в компании. Это вот люди, людей объединяем в такую семью, и по ним можно смотреть отчет. И что еще мы хотели сделать, пока не сделали, это интеграция с умными зубными щетками. На самом деле мне руководитель клиники говорил, что есть такая практика, что назначается лечение, которое не находится внутри, ну, то есть которое не проходится внутри клиники, а просто прописывается там определенная ну, там, жидкость, да, паста, определенный график чистки там, и так далее. Угу. И через месяц клиент или через два приходит и говорит, да вот что-то нифига не лечится, вот вы мне как-то, да, нечестно говорите, не работает. А если у него есть эта щетка, врач может видеть отчеты от этой щетки, что, например, там девушка за два месяца, там целую неделю в общей сложности не чистила зубы. Ну, пропустила, там чуть-чуть пропустила, где-то, не знаю, на вечеринке была, там пропустила. И в итоге она говорит, что не работает, а врач говорит, извините, не работает, потому что вы не соблюдаете график, который мы вам прописали. Вот, на самом деле интеграция довольно-таки простая. Зубная щетка отправляет отчеты на e-mail. E-mail трекер Bittrex24 привязывает эти отчеты к контакту, и врач потом в конце месяца, там, когда надо, открывает контакт, смотрит отчеты. Но мы пока не сделали эту интеграцию. Но это как бы довольно-таки просто. Понятно. Вот, поэтому я тут раскрыл, да, эту информацию. Теперь Майя говорит, что не будет такие щетки покупать. Да, как-то, ну, не знаю. Не любишь, когда там собирается информация, да, про тебя? Нет, не то, что данные. Это просто... Надо, чтобы щетка спрашивала, можно? Если бы щетка предлагала различные варианты, как чистить, чтобы, допустим, они сверкали, это хорошо, ладно, допустим, подключимся. А так вот просто собирает информацию, передает, я не знаю, нужно ее еще доработать. Хорошо. Вот, в общем, да, пока не перешел к следующему блоку, подытожу, что мы при внедрении, и, ну, я вот рекомендую использовать именно такой подход, это сценарное внедрение, когда вы не внедряете какие-то стандартные пакеты, потому что они в общей сложности-то будут работать для вас, то есть там, как работать с задачами, да, в продукте, как еще что-то делать. Но лучше, чтобы вы внедряли именно сценарно. То есть какие сценарии работы именно для клиники. Если ваш текущий подрядчик, например, не работал ранее с клиникой, нужно, чтобы вы с ним, естественно, встретились, пообщались и составили индивидуальный план по внедрению. То есть используя именно сценарии работы ваши, чтобы подрядчик, там, внедренец, пообщаться со всеми менеджерами, как они работают, с врачами, если они будут участвовать в этом всем. Вот, поэтому, я думаю, перейдем к следующему блоку. Да, там, то есть в клинику, как они себя рекламировали, они писали о своих зубных щетках? Нет, ну про щетки нет, на самом деле у них есть такие интересные вещи, вот я первый сказал про рентген исследования вот этих зубов, я не помню, как он называется, я как простой тут человек. Тут как раз вопрос был. Да, давай. Сейчас, секундочку. Каким образом сегментировали следы в Bittrex24? А, ну я покажу. Да. То есть я сейчас прямо буду показывать, что для этого нужно. Ну, по крайней мере, что мы используем. Так, есть еще вопросы? Ну, мы на все вопросы будем отвечать в конце, так что вы готовьтесь. Потому что мы будем показывать еще, я уверена, что они возникнут.
Хорошо. Так, ну хорошо, давайте тогда к рекламным роботам. Вообще слово автоматизация, я всегда говорю, что это такое сладкое слово. Под ним люди часто воспринимают, что сейчас автоматически будет работать. Достаточно что-то нажать, и все, и клиенты польются рекой, и деньги польются рекой. Но на самом деле отчасти это так и есть. Но я сейчас покажу, как можно автоматизировать некие рутинные вещи и вообще коммуникации с клиентом в плане запуска по нему рекламы, в плане именно вот рекламных роботов. Ну, смотрите, я написал примерный план действий. Но вообще, это вообще по рекламе из Bittrex24, по лидам, по рекламе, по роботам. Во-первых, чтобы вам, ответ на вопрос, чтобы вам удобно сегментировать лиды или контакты, создавайте много дополнительных полей по ним. То есть в Bittrex есть, например, источник, да, лида. Есть еще какие-то стандартные справочники. Вы создавайте дополнительные поля. У нас, например, там есть пол, да, мужчина или женщина, потому что рекламы всякие бывают. Поздравить с 8 марта как? Нужно, естественно, чтобы у вас такой сегмент был женщины. Или с 23 февраля поздравить. Естественно, вы, каждое вот это событие, праздник, это же не просто поздравление, это инфоповод, напомните себе. Соответственно, у вас должен быть такой сегмент. А чтобы он у вас был, у вас должно быть поле, которое поможет вам этот сегмент, точнее, поможет вам лиды собрать в этот сегмент. Потому что сегмент как таковой – это просто набор определенных параметров. Вот, поэтому создавайте как, ну, сколько вам нужно дополнительных полей. Если в ходе там, работы с лидами появилась необходимость еще создать, создавайте. Не стесняйтесь, пусть их будет больше. Далее, создаем основные сегменты, ну вот в частности, как, например, у нас есть там пол, да, еще какие-то источники лида, откуда он пришел, там еще какие-то вещи. Создавайте основные, по мере необходимости создавайте дополнительные. Дальше, выгружаем сегменты в аудитории, социальных сетей, Яндекс.Директ. Дальше настраиваем роботов на события, необходимые вам. И, соответственно, эти роботы уже что-то делают. Что они делают, я покажу. Ну и при запуске рекламных кампаний, которые вы будете запускать, ну вот, например, про Facebook сегодня будем больше говорить, запускать в Facebook вы будете рекламную кампанию, указываете те аудитории, в которые у вас выгружаются лиды. То есть вы запустили рекламу, да, например, там, недельную или постоянную рекламу, которая постоянно крутится про вашу компанию, у вас там должна быть указана аудитория, в которую роботы будут выгружать лиды по мере необходимости. То есть произошло событие, вернулся старый клиент к вам на сайт или позвонил вам, отработал робот, запихал этого человека, этот лид в аудиторию в Facebook, а там уже реклама работает на эту аудиторию, и ему пошла реклама. Соответственно, ну, должно это все быть связано. Это примерный план действий. Дальше, на самом деле, я думаю, слайды показывать нет смысла. Угу. Почему? Потому что я их добавил исключительно, чтобы потом презентацию, когда ты будешь отправлять, чтобы у людей это было, да. Чтобы они это нашли. Поэтому я думаю, что вот отсюда мы можем переключиться на примерную живую демонстрацию. Давай. Да. Давай. Сейчас. Сейчас здесь выключим. Ой, давай я сейчас быстренько на всякий случай выключаю, чтобы нам не мешала всякая почта. Все, все выключил. Да-да-да, я скажу, когда... О, господи, не то включил. Итак, ну, смотрите, давайте по порядку. Я говорил про пользовательские поля. Я все по порядку расскажу, где они находятся. Заходите в любой раздел CRM, ну, в принципе, в CRM. Открываете настройки. Открываете настройки формы отчетов. Пользовательские поля. Здесь, пожалуйста, для лидов создавайте столько полей, сколько вам нужно. Ну, вот у нас их много. У нас есть поля, есть ли, является ли партнером. У нас есть, например, поле тестовый лид. Это как я. Раз поле, которое мы сегодня будем использовать. Да, поэтому создавайте тесты, создавайте пользовательские поля, которые вам нужны.
Дальше, что мы делаем? Сейчас мы с вами будем создавать аудиторию на Фейсбуке. Для этого я в лидах вот как раз указал свойство тестовый лид. Это наша. Вы, естественно, какие-то свои фильтры включите, у вас тут выдаст список лидов, которые вы сейчас прям хотите в аудиторию выгрузить. Ну вот у нас тут три человека. Тест-тест – это май. Да, обратите сразу внимание, у них статус не обработан. Потом мы к нему вернемся. Что мы делаем? Мы берем, нажимаем вот сюда на колесико и нажимаем экспорт, да, экспорт лидов в CSV. У меня есть уже, ну, я нажму, но у меня вообще уже есть подготовленный файлик. Так, далее мы переходим в рекламный кабинет Фейсбука. Если вы не знаете, как в него перейти, очень простой способ. Это можно зайти в CRM маркетинг. Ну, он находится в основной менюшке вот здесь. Нажмите старт просто. Заходите в CRM маркетинг. Либо в левой панели. Ну, можно там еще, да. Открываете, например, Facebook. И здесь снизу будет кнопочка «Рекламный кабинет Facebook». Далее. Создаем аудиторию. Это индивидуализированная аудитория. Выбираем файл с контактными данными. Выбираем «Добавить клиентов из вашего файла». И, собственно, загружаем сюда файл. Мы можем, кстати, вот этот сразу, который мы... который сейчас я выгрузил. Мы можем его назвать каким-то образом, но пусть это будет новая аудитория. Он обработает. Ну или можно там тем, кто 8 марта, да, по сути, или там тем, кто 23-м как-то обзывать, и будет системно, например, одним и тем же. Да, он либо сам определит, либо вы вручную здесь проставите соответствие полей из выгрузки и соответствие полей Фейсбука. Обязательно номер телефона нужно проставить и email, потому что он именно по этим полям будет идентифицировать ваши лиды. Так, ну, я сейчас это не буду уже делать, да, у нас есть тест аудитории. В общем, после того, как все проставили, нажали сохранить, аудитория создалась. У нас есть тестовая аудитория, вот она уже создана. У нас есть там определенное количество лидов. Все, вот с этим пока все. Теперь давайте вернемся к CRM-ке. Да? Теперь нам, имея лиды, нужно составить сегмент. Чтобы составить сегмент, мы также переходим в CRM-маркетинг. Только вместо старта нажимаем «Сегменты». Здесь нажимаем «Создать сегмент». В фильтре по лидам выбираем. Вот у нас тестовый лид есть. Да. Вот он показывает, что выбрано лидов с тремя имейлами и с одним телефоном. Так, ну, назовем. Ну, пусть так и называется. Да. Сегмент от 17 мая. Вот, он у нас ни разу не использовался. Что с ним теперь можно сделать? Его теперь можно, в принципе, выгрузить в ранее созданную аудиторию на Фейсбуке. Как это делается? Заходим, опять же, в CRM-маркетинг старт. Заходим в рекламу Facebook. Здесь в выборе сегментов указываем созданный только что сегмент. У нас их много. Сегмент от 17 мая. Вот он пишет, что 4 лида, 4 контакта. Ну, один тестовый, я так понимаю. Да. Указываем здесь... А, опять же, смотрите, это у меня сейчас уже подключено. Давайте я выключу, чтобы вы понимали. По умолчанию будет вот так. Вы нажимаете «Подключить». Он запрашивает у Фейсбука доступ. Вы там разрешаете все. Он сейчас не спросил разрешения. Там будет еще окошечко «Разрешить». Вы все разрешаете, выбираете свой рекламный кабинет, он по умолчанию здесь один будет. Выбираете аудиторию, которую мы вот сейчас с вами создали, либо которая у вас уже есть. И, в принципе, все.
У вас есть также возможность удалить из аудитории через какое-то количество дней. Для чего это использовать, я покажу как раз чуть позже на работу. Все, теперь мы можем либо позже вручную запустить, либо запустить сейчас. Результат можно посмотреть в разделе «Реклама». Ну, 4 лида, естественно, очень быстро отработались. Вот они уже выгрузились. В целом, если мы сейчас нажмем в Фейсбуке на тестовую аудиторию, вот прямо сейчас сразу мы это можем не увидеть, потому что там есть задержка. Но через какое-то время здесь появится еще одна запись, что добавлено 4 строк. Вот, ну, собственно, то, что мы сейчас видим, это мы ранее тестировали эту выгрузку. Ну, в общем, сейчас мы не посмотрим, но это, я думаю, не так важно. Что теперь мы можем делать? Теперь мы можем запускать рекламу на Фейсбуке на нужную нам аудиторию. Ну вот, это наша страница GTEC Pro. У нас есть тут записи, есть любимая запись, которую мы мучаем по рекламе. Это мы для компании Landing запускали. Запускаем по ней рекламу, откроется окошечко. Вы можете здесь настраивать аудиторию, которую позволяет настраивать Facebook, а можете выбрать индивидуально настроенные аудитории. И в них как раз будут те аудитории, которые создали вы и в которые вы выгрузили свои сегменты из CRM-ки. Мы выберем тестовую аудиторию. Ну, здесь галочку «Запускать продвижение в Instagram» можно поставить. Тогда, если к вашему Фейсбуку привязан ваш Instagram-аккаунт компании, то там тоже будет крутиться реклама. Далее тут, в принципе, все просто. Тут бюджет указывается, на какой промежуток рекламу показывать. Если у вас пиксели настроен, пиксель использовать. Это для ремаркетинга используется. Вот. Ну и все, нажимаете «Поднимать». И ваша реклама запускается на аудиторию, которую вы указали. Что происходит дальше? Я сейчас отменю промо-акцию. Но что происходит дальше? Представьте, что вы запустили рекламу не поста, а, например, всей вашей страницы, всей вашей компании в Фейсбуке на конкретную аудиторию. И она крутится постоянно определенным людям. Но вы также хотите взаимодействовать с теми людьми, которые периодически, ну, то есть они к вам приходили, потом отвалились, от них не было вестей, а потом они снова вам написали что-то или позвонили, да? Вы хотите им рекламу тут же запустить. Ну, скажем так, как повторные продажи, напоминание. Или повторные продажи, или просто, я говорю, клиент приходил, например, и, ну, часто такое бывает, пришел, спросил, ушел. Ну да. А потом созрел или 10 раз еще спросил, где-то обжегся, вернулся, решил еще раз с вами поработать, попробовать, потому что вы были там самые адекватные, например. Ну да. Да, или просто он думал, думал, а потом надумал. Он вам позвонил или он вам написал, опять какие-то вопросы задает. Естественно, его нужно простимулировать, ему нужно рекламу сразу показывать вашей компании, чтобы он вас тут же начал везде видеть, в частности в Фейсбуке. Для этого у нас есть возможность настроить рекламный робот. Так, давайте я покажу, где это находится. Заходим в CRM-ку. Ну, давайте сейчас я зайду в лиды, как обычно. Заходите в настройки. Заходите в роботы и бизнес-процессы. Заходите в лиды. Здесь будут отображаться статусы ваших лидов, которые у вас настроены. Как мы поступаем в плане настройки лидов и триггеров? Ну, если кто не знает, триггеры – это некие события, которые переводят лид в определенный статус. А робот – это действия, которые будут совершены при переводе лида в определенный статус. Что мы делаем? Мы создали отдельный статус для лидов, назвали ее «Реклама». Для этого статуса создали стандартные, это стандартные триггеры. Вот я сейчас входящее письмо давайте удалю. Вот здесь входящее письмо. Стандартный триггер. Просто мы его создали, ничего не настраивали. Создали 5 стандартных триггеров. Первый – это вам напишут в открытую линию. Второй – это вам позвонят. Третье – заполнят CRM-форму на вашем сайте. Например, вот такую, да, которая здесь есть.
Третье. Опять же, посетитель вернется на ваш сайт. Ну, то есть он просто откроет сайт, что-то посмотреть. А у вас стоит виджет на сайт. Естественно, он тут же эту информацию считает, и ваша CRM-ка увидит это. Ну, либо напишет вам письмо. Эти триггеры переведут лид, где бы он ни был, в каком статусе бы он ни был, если он, правда, так и не отбракован. Ну да, Да, некачественно. переведут его в этот статус рекламы. Дальше мы настраиваем роботов. Первый робот у нас... Сейчас давайте настройку включу. Вот тут кнопочка внизу. Да? Либо вот здесь кнопочка. То я не сказал. Настроить Да, роботов, настроить да. роботов. Либо вот здесь, либо внизу под роботами всегда есть кнопочка. Дальше для этого статуса мы настраиваем, например, рекламу Facebook. Здесь также, абсолютно так же подключаем свой аккаунт Facebook, рекламный кабинет и указываем аудиторию, в которую выгрузить. Ну, тестовый у нас для вебинара, а роботы у нас настоящие, в смысле они работают. Поэтому у нас есть лиды из CRM, такая аудитория. Плюс мы поставили галочку «Удалять из аудитории через 7 дней». Ну, это для того, чтобы тот лишний раз человека, опять же, не мучить, да? То есть он пришел, спросил, мы ему 7 дней покрутили рекламу, но если он никак дальше не взаимодействует, мы его из аудитории удаляем. Если он опять нам написал или позвонил, мы его опять туда добавляем. Просто если он, например, что-то спросил, 7 дней посмотрел рекламу, и потом... Ну или подогнать к какому-то событию, Ну например. да. Просто в То данном есть. случае, чтобы просто ему лишний раз ну, не надоедать. То есть в плане событий это естественно, мы сделаем и рассылочку, еще что-то. Но просто, чтобы каждый день его не долбить своей рекламой, это тоже же может отпугивать, Ну правильно? да, Вот. скажем так, ненавязчиво намекнуть. Надоедать, да, не надо сильно. Поэтому ну, через неделю мы удаляем этот лид из аудитории, которая работает. А аудитория лида из CRM, она у нас типа базовая, она используется во всех рекламах. Вот. Все, нажимаем сохранить. Собственно, этот блок создан. То же самое делается с Яндексом, Яндекс.Директ. Если у вас крутится реклама на определенную аудиторию, все это здесь указывается. Тут вот, Антон, вопрос Да. от Дмитрия. Да. А с ВКонтакте и А Одноклассниками вот есть порты? с Одноклассниками нет, Сдай. ВКонтакте есть. Вот у нас ВКонтакте тоже настроено. Вот рекламный кабинет, вот у нас там тестовая аудитория опять же создана. Опять же, можно перейти в рекламный кабинет ВКонтакте. Там тоже создаются аудитории. Принцип практически такой же, как Фейсбук. у Фейсбука. Чуть-чуть там у них логика отличается, но суть такая же. Создаете аудиторию, используете ее для рекламных постов. Ну и последний момент у нас здесь, после того, как лид был отправлен в аудиторию, для того, чтобы ему рекламу показывать, у нас автоматическая смена статуса. Если лид, например, был в отложенных, где-то в забытых, еще где-то, он просто переводится в статус в обработке. Потому как статус рекламы это у нас такой технический, просто для того, чтобы отработали триггеры, отработали роботы. Нет смысла здесь лид оставлять. А уже статус в обработке, он используется менеджерами для того, чтобы, то есть Понять работать. вообще, в какую Ну, группу его да, соотнести. работать. Так, давай мы сейчас сделаем одну вещь. Сейчас пока не звони. У нас, да, мы хотели показать же вживую. Вот у нас есть входящий звонок, настроен триггер. Сейчас я вернусь к лидам. Тест-тест. Это у нас Майя. Если, ну, я говорил об этом. Вот она в статусе не обработан. Майя, позвони нам. Давай, вот Я телефон. звоню, Вот да, телефон на нашем на сайте. номер на сайте. То есть я клиент Ну да, ты клиент, потенциальный. где-то ты у нас там в необработанных или там, ну, в забытых. Пожалуйста, наберите добавочный номер сотрудника или дождитесь ответа. Ну, там музычка про... Так. Звонок пошел. Пошел звонок, клади трубку. На телефоне везде сразу звенит. Да, пропущенный вызов. При этом у нас отработал. Здесь мы это не увидим, естественно, вот здесь отработал Да, я вижу, триггер. что пришло оповещение к тебе на портал. Да, пришло оповещение. Мы сейчас просто лиды обновим. Видите, Майя перевелась в статус в обработке. Потому что по ней отработал ну, события, триггеры. Она сейчас выгрузилась в аудиторию Фейсбука.
и автоматически сменился статус на в обработке. Сейчас Майя будет вечером Получает Facebook рекламу. читать, увидит нашу рекламу. Тут тоже надо понимать, что не надо, ну, мы не сможем сейчас вам показать эту рекламу у Майи в Фейсбуке. Почему? Потому что, ну, Facebook он не сразу будет показывать. Там, во-первых, сейчас аудитория выгрузится, ну, минут 5, наверное, нужно на это. Потом сама реклама формируется в Фейсбуке, я не знаю как, ну, она тебе покажется. Да, Но не факт, уже, что через да. 10 минут. Да, она может показаться, ну, сегодня покажется, завтра. Вот, таким образом происходит. Поэтому, ну, в принципе, да, это вот то, что мы как раз хотели рассказать, как настроить, во-первых, сегменты, как настроить аудитории, как настроить роботов и как это все работает, показать. Дальше, что еще я хочу сказать, что кроме рекламы по соцсетям, мы, например, используем рассылки. И у меня, кстати, есть, собственно, в презентации. Тоже удобно. Здесь указываем сегмент, да, ранее созданный, и делаем рассылку по ним. Опять же, возвращаясь к инфоповодам, например, поздравить всех там, девушек, женщин с 8 марта. А, тут сразу вопрос, Да. пишет Татьяна. Да. А если в компании несколько направлений бизнеса, то как тогда настраивать рекламу? Например, бухгалтерские и юридические услуги. Хотелось бы для тех, кто интересуется бухгалтерским обслуживанием, запускать рекламу по бухгалтерскому Да, обслуживанию. лиды по сегментам разбивать. Создаем пользовательские поля для лидов. Создаем пользовательское поле, например, назовем его. У нас есть, кстати, такое. Оно называется там то ли услуги, продукты. Ну, в общем, называем его так, как вам понятнее. Но речь идет о том, что какой продукт будет, ну, продаваться этому клиенту. То есть у нас там есть, например, продажа облачная, Bittrex24, продажа внедрения, продажа разработки сайта. Ну и в данном случае для Татьяны нужно Для Татьяны? назвать, допустим, бухгалтерское обслуживание, да? Да, какие-то лиды у нас будут на бухгалтерское обслуживание, какие-то на юридические услуги, какие-то, может быть, если вы этим занимаетесь, возможно, вы партнер там Это кого-нибудь. ну и для нужной аудитории вы подтягиваете из Ну, CRM нужную аудиторию, так да, как вы ее да. назовете. Да. Вы просто, ну, по сути, вы просто указываете у лидов нужные вам поля, а потом по факту, когда вам нужно создать сегмент и запустить на него рекламу. Сейчас вот давайте я еще раз вернусь просто, да, тогда к сегментам. Вот, когда вам нужно создать сегмент, по которому вы сейчас хотите рекламу запустить, вы здесь просто в фильтре выберите, например, поле, ну вот, пусть будет тип проекта. Да, на, нет, ну это текстовое, да. Там какое-нибудь поле, которое у нас. Вот. Например, тип Bittrex24, который хочет клиент. Ну, в вашем случае это будет тип услуги. И здесь будет галочка бухгалтерские, будет галочка юридические услуги. Вы создаете сегмент с клиентами на бухгалтерские услуги. Сохраняете его, а потом запускаете рекламу на этот сегмент. Все, ну, вроде как бы так вот довольно-таки просто это все можно сделать. Тут вопрос спрашивает Анатолий. Подготовка к вебинару также велась через Bittrex24? Конечно, Анатолий. Да мы только там и И работаем. письма, и триггеры, и ссылками. Вы сразу получаете письмо автоматически настроенных роботов о том, что на вебинар нужно пройти туда-то, туда-то. Мне Все. даже когда после вебинара иногда лиды дают участников, чтобы я отправил им презентацию. Я тоже это делаю через Bittrex24. Я создаю рассылку. Я вам покажу честно. Смотрите, вот, видно мой экран? Да, твой экран. Рассылки. Смотрите. Лиды с вебинара про ЛТВ. Это мы рассказывали про клиентов на всю жизнь. Вот письмо я отправлял. И вот у нас статистика. Эффективность 30%. Никто не отписался. Прочитали 99 человек, перешли по ссылкам 33 человека, скачали презентацию.
И мы презентацию скачали чуть больше, чем Сергея Кулешова. То есть тут карта кликов еще отображается. Тут так, дальше про телефонию вопрос. Про телефонию, ну какой вопрос? Тут немножечко, типа какая программа или аэропорт? Ну вот на самом деле про телефонию был вебинар, лучше его посмотреть. Это с Василием Довгашем, он у нас есть на сайте Академии продаж. Чуточку позже, вы мне напишите, в конце будут указаны наши e-mail. Да, для всех вопросов, там, вы мне напишите, я отправлю вам ссылку на этот вебинар. Дарья спрашивает, пропустила, где находится вкладка автоматизация, можно ли показать еще раз? Конечно, можно, какие проблемы. Сейчас покажем. Я так понимаю, именно вот автоматизация роботов этих, да? Смотрите, давайте прямо с нуля. Есть большое меню, которое находится вот здесь, да? Заходим в любой раздел CRM, либо можем сразу зайти в настройки. В настройки. Если вы вдруг находитесь, например, в лидах в CRM-ке или в сделках, здесь есть кнопочка «Еще». И здесь опять же есть настройки. Открылись настройки. Открываете роботы и бизнес-процессы. Переходите лиды. Все, вот она настройка, вот она автоматизация. Здесь листаете статус, который у вас есть. Да, сверху кнопочка настроить. Ну да, как создать статусы, ну опять же это тоже все в настройках. Вот в настройках. Тут вопрос. Чего-чего? Есть автоматизация роботов каждой сделки. Есть ли различия между настройкой роботов через сделку и меню настройки? Настройка роботов через сделку. Есть ли различия между настройкой роботов? Ну, то есть, если заходить через настройку роботов, я правильно поняла? Или через сделку? Как Михаил? Да, неважно, я думаю, это же одни и те же роботы. Это, ну, просто вы заходите с того места, с той стороны подходите, да, к этому, где да, вам удобнее. В плане интерфейса тут не ограничены. То есть есть автоматизация, есть настройка роботов, триггеров. Как вы туда зайдете, это ваше уже предпочтение. Можно ли по сегменту e-mail рассылку сделать серии писем? Да. Ну, да. Там тоже настраиваете, то есть интервалы задаете, то есть различные. Там через час, через 15 минут, там за день до. То есть, по сути, на вебинар такая рассылка идет. Ну, мы сильно вас не мучаем, когда собираем на вебинар. Ну, возможно, я не сильно мучаю, а другие. То есть, ну, по-разному настраивают. Да. Так, в работе письма нет указания конкретного времени отправки. Как отправлять письма за полчаса до вебинара? А там, по-моему, есть. Там есть. Плюс можно через стадию сделать еще. Ну, можно, да. Но если вы рассылку создаете, здесь после сохранения будет вопрос, когда ее отправить. И там можно указать конкретное время. Да. Да, там либо сейчас, либо вручную, либо в конкретное время. Он сам это сделает. Мы так делали, например, когда... А ты покажи, это оно на поверхности. Да, ну давай сейчас просто я сохраню, да? Да. Сейчас он не спросит ничего. Вот. Вот. Отправить рассылку, вот, запланировать и выбираете... Например, 21 в там 9:59 выбрать, и он сам отправит в это время. Вам не нужно ничего делать. Просто с утра встали на работу, пришли, а рассылка уже отправляется потихонечку. Будет ли настроен робот через одну сделку для всех сделок или только для этой сделки? Михаил спрашивает. Это к тому вопросу, какой интерфейс? Будет ли настроен робот через одну сделку? Ну, надо посмотреть, но, скорее всего, он будет для всех сделок работать. Вообще... Но это такой уже частный вопрос. Да, Михаил, вы лучше напишите. Напишите, мы вам подскажем. Так... На какой версии будет работать данный функционал для Ирины? Это сразу от проекта плюс? Да.
То есть на всех, да, CRM-маркетинг, на всех платных тарифах. Да, просто открываете Bittrex 24, смотрите, где есть CRM-маркетинг. Вот, смотрите цены, смотрите функционал. Ищите тут CRM-маркетинг. Вот, 31. Так, так, так. Еще задают вопрос о серию писем разных. Можно настроить? Константин спрашивает. Ну, то есть имеется в виду, одновременно будет отправка различных писем различным адресатам. Как конкретизируете, Константин? Так, вот у нас CRM-маркетинг с проект плюсом. Серию писем настроить, ну, почему нет? Настроить отправку письма. Можно также из роботов настроить отправку письма. Можно сколько угодно их сделать. Пусть это будет серия. Ну да. То есть. Угу. Еще вопросы? Пишите. Плюс указаны контакты наши. То есть сейчас. По поводу конкурентных преимуществ, Сергей спрашивает, вы напишите лично. То есть да, мы напишите, вам ответим. Напишите, конечно. То есть ты поставь слайд, где наш e-mail указан. Напишите либо Антону, либо мне. То есть. Тут вопрос, понимаете, обычно когда спрашивают конкурентные преимущества. Ведь задачи нужны. Ну да, вы скажите, какие у вас задачи. Мы вам скажем, как это сделать. Потому что просто описывать, ну, как бы мериться... Таблицу сравнения. Да, мериться галочками вот этой в таблице сравнения, это бессмысленное просто занятие для всех. Просто обычно есть клиент, у него есть задачи, там, проблемы, которые он хочет решить, и они решаются определенным функционалом. Но, как правило, Bittrex закрывает все такие задачи. Так, сейчас еще вопрос. У нас коробка, там нет рассылок. Ну, выйдет скоро. Она же выходит чуть позже, с задержкой. Будет. Это Анатолий, да, пишет. И, если Анатолий администратор, то он наверняка знает, есть ли обновление. Если нет, то спросите у администратора вашего, ставили ли свежие обновления уже. Презентацию пришлем, сразу говорю, и говорили в начале, то есть будет еще идти рассылка дополнительная, так что запись вебинара и презентация будет. Дальше вопрос, серый маркетинг доступен только Bittrex 24 или для коробки опять же, тоже? Выйдет обновление, обычно всегда так происходит, что в коробочке чуть позже выпускают. Тут Михаил спрашивает, могу ли я теперь уволить стороннего интернет-маркетолога? Маркетологов не надо увольнять. То есть, понятное дело, что робот убирает какую-то рутинную, нет, да? Нет, вот, я извиняюсь, что перебиваю. Если у вас маркетолог занимался тем, чем занимались роботы, могут делать роботы, то у вас маркетолог занимался не тем. Да, то, вот. То есть, да, роботы – это дополнительный инструмент помощи маркетологу. Если он до этого у вас занимался тем, что, чем могут роботу заместить, то значит, он не тем занимался. Спрашивают, когда будет на коробке, то есть это ближе к лету. А, так как могу сам все настроить и не платить. Что? Так, это все про маркетолога Михаил. Отлично, Михаил. Если вы сами все можете, действительно, на самом деле часто функционал довольно-таки простой. Настраивайте. Можно ли настроить аудиторию через компании или контакты? Для информирования об акциях. Аудитория через компании или контакты. Это имеется в виду не через лиды, а в CRM. Я понял. Там, дело в том, что сегменты создаются пока только для лидов и сделок. Ну, пардон, роботы. Роботы создаются для лидов и сделок. Так, спасибо. Уточняем вопрос. У нас поступил лид. Мы его в сегмент добавили. Как сделать так, чтобы в понедельник ушло одно письмо, во вторник другое, в среду третье и так далее?
автоматически по заранее настроенному алгоритму. Ну вот это такой вопрос лучше написать на почту. Да, Константин, можете написать Антон. Константин, напишите, пожалуйста, на почту мою. Тут Виталий спрашивает, можно ли перевести облачный тариф на коробочный? Нужно около 25 лицензий. Можно. Да. Ну, тоже можете написать, кстати, да, Антон. Можете нам писать. Мы это уже делаем. Возможность менеджерам настраивать для своей клиентской базы рассылки. Ну да, доступ им дайте, и пусть настраивают. Да. Это Михаил, который собирался уволить маркетолога. Будет ли запись? Да, будет запись. То есть будет рассылка да, идти после вебинара. Запись идет. И будет на сайте Академии продаж, также будет на сайте основном Bittrex. То есть, и плюс у нас есть еще, кстати, канал Академия продаж на YouTube. То есть вы можете просматривать все предыдущие вебинары. Будущие, ну, то есть темы, когда, чего. То есть мы все регулярно пополняем, выкладываем. Там вообще много интересного. Я тут недавно, Майя, нашел твои видеоролики про продажи. Самое начало? Все их подбил в стопочку и отдал менеджерам. Тогда у нас еще не было канала на YouTube. Тогда не было, да, это было давно. Это было, тогда это вообще видеообучение было платное. Да, 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 но бесплатное. Было, бесплатное, но там ограниченных людей. Ну да. А сейчас это доступно, да. И, потому что там очень много интересного контента просто про продажи в принципе. Так, возможно ли присоединить несколько аккаунтов Яндекс.Директ и AdWords Google? Нет. Нет? Нельзя сейчас пока. Но, по крайней мере, по текущему функционалу нет. Так. Даже если вы указали, то другой администратор, зайдя в рекламу, увидит, что подключен тот или иной кабинет, тот или иной аккаунт. Оскар спрашивает, если лиды конвертировали в контакт, но по нему нет сделки, как на него настроить рекламу? Через роботов или через CRM-маркетинг? А какую вы рекламу не хотите? В Facebook? Оскар, конкретизируйте ваш вопросик. Какую рекламу хотите? Так, Кирилл, несколько бизнесов, просто несколько рекламных кабинетов. Немножко неправильный вопрос. Через роботов или через CRM-маркетинг? Ну, понимаете, роботы это просто... определенный этап. Это код. Да. Это программный код, который за вас выполнит определенные действия. А сам CRM-маркетинг это как раз инструмент, который позволяет вот эту рекламу запускать. Поэтому, ну, естественно, через CRM-маркетинг это делается. Вам важно просто, чтобы вы, когда создаете рекламу, там, рассылка или еще что-то, да, сегмент хотите в Facebook выгрузить, чтобы в этот сегмент ваш клиент, о котором вы сейчас говорите, попал. Соответственно, вы пишете, если лид конвертировали в контакт. При создании сегмента, давайте я зайду, сейчас где у меня тут, вот, давайте сегмент откроем. При создании сегмента вы можете не только лиды же выбирать, но и контакты. Тоже по нужным вам статусам. Ну, не знаю, пусть на паузе будет, я не знаю, есть у нас. Он Оскар уточнил через Google и Яндекс. В Google аудиторию добавляли. Да, неважно. Самое главное, что вы должны этого клиента запихать в сегмент. Да? А потом уже, куда вы рекламу будете по этому сегменту делать? Через Яндекс или через Google AdWords или в Facebook, ВКонтакте. Это уже не важно, потому что там вы просто указываете сегмент. Как узнать, сколько писем по рассылке попали в спам? Там неотработанные, по-моему, есть. Так, рассылки. Чтобы... Это то, что ты вот показывал, у тебя статистика по... Я понял. А, стоп. Да, я... Там, я... где переходы... Там не написано, что попало. Нет такого, что попало в спам. Есть с ошибкой. Это когда не доставлено вообще. То есть там, ну, адрес, имейл неправильный, еще что-то. Ну, судя исходя из того, что прочитанных 99, ну, возможно, частично в спам. Тут нет такого показателя, что в спам попало. На самом деле, если у вас правильно настроена почта, почтовый сервер,
обязательно настроена DKIM запись для почтового сервера, для вашего домена, маловероятно, что ваши письма попадут в спам. Ну, естественно, если вы не делаете большие, огромные рассылки на нерелевантные для вас email-адреса. То есть не клиентам своим отправляете, а делаете какие-то массовые рассылки. Тогда, конечно, вас забанят. Тогда и в спам не попадет. Вообще не дойдет. Вот Кирилл еще спрашивает, а если несколько бизнесов, то есть есть несколько рекламных кабинетов? Ну, давайте вопрос уже, наверное, надо вопрос этот задать Битриксу. Продуктом Битрикса, да. То есть это скорее такое, да, пожелание, которое на самом деле довольно-таки логично, и нам бы тоже это было интересно. Да, было бы клево, но, наверное, я думаю, сделают. Тут вопрос, мы вот ждем обновления уже в ближайшее. Да, скоро большое придет. И там дальше уже. Все, как бы, есть еще последний вопрос. Что там, не будет ли блокировать 625 рассылок, да? Как это делают сервисы рассылок? Ну, я говорю еще раз, блокировать не будет в том случае, если вы отправляете не массовую рассылку на 150 тысяч email-адресов, которых вы не знаете, которые часть из них не существует, например, да? Угу. А вы отправляете своим клиентам, которые к тому же еще и открывают ваши письма. Вы замечали наверняка, когда вам приходит, например, письмо, и вы его не открываете, а в спам, то оно придет максимум еще два раза, а дальше автоматически в спам будет попадать. Угу. Либо есть такой момент, вот я тестировал рассылку, я присылаю себе три или четыре раза подряд письмо, три дошло, а четвертое в спам попало. Угу. Но при этом я зашел в спам, его перенес обратно в входящий, и опять система начала их ложить в спам. Ой, ложить в основную эту, да. То есть тут не будет проблемы, если вы 625 писем отправляете вашим клиентам, у вас правильно почтовый сервер настроен, не будет никаких проблем. Все, вебинар подходит уже к концу, то есть еще раз наши e-mail указаны на последнем слайде презентации. Да, сразу скажу, что рассылочка будет по всем, кто зарегистрировался и был плюс на сайте Академии. Спасибо, что вы нас слушали. Спасибо за ваши вопросы. Сегодня очень много вопросов, да, очень было. Интересные вопросы. Ну и еще задавайте на наши имейлы. Задавайте вопросы, пишите. Все, всем спасибо. До свидания. До свидания.